Наверняка вы тоже сталкивались с таким. Купили крем или сыворотку по рекомендации авторитетного человека, отдали приличные деньги, а средства не работают. Если продукт реально грамотно подобран под вашу задачу, у него добросовестный состав, и он не конфликтует с другими средствами вашего ухода, то эта ситуация нормальная. Дело в том, что далеко не все кремы и сыворотки дают быстрый и заметный результат. У одних может быть накопительный эффект, другие нацелены на то, чтобы затормозить процессы старения в коже, и увидеть их действие невооруженным глазом, ну, просто невозможно. Но есть средства, эффект от которых ощущается сразу. Меня зовут Юлия Юдина, я бьюти-редактор портала «Я покупаю», и сегодня я покажу вам именно такие паночки. Они заметно увлажняют, разглаживают, улучшают текстуру и качество кожи. Никаких чудес, просто решение для тех, кому обязательно нужно быстро видеть и чувствовать результат. Гидролоя от Сисдерм. Тут в составе увлажняющие компоненты идут прямо стройной чередой. При этом крем довольно густой, плотный и насыщенный. Идеально на холодное время года. У него нет запаха, кожу он не утяжеляет, но оставляет немного жирноватого блеска. В вечернем уходе это норм, утром надо будет как минимум припудриться. Кстати, макияж на него ложится хорошо, не скатывается ничего. Для сухой кожи это будет просто блаженство. АХВ – крем с растительным микробиомом. Вообще тема микробиома сейчас самая актуальная. Ученые и врачи пришли к выводу, что именно он ответственен за многие процессы не только внутри нашего организма, но и снаружи. Преждевременное старение, обезвоженность, воспаление – все это чаще всего происходит из-за разбалансировки микробиома. Создать соответствующую косметику технологически сейчас довольно сложно, поэтому средства получаются недешевые, но они однозначно того стоят. Вот этот крем – один из самых необычных, что я пробовала. И он настолько классный, что я использовала его практически до конца. У него очень странная консистенция, напоминающая клей ПВА. И запах такой, знаете, не косметический, а как будто промышленный. Текстура тоже непривычная. На коже после остается жирноватый блеск, но он тоже быстро нивелируется декоративной косметикой. Но эффект. Я первый раз использовала его в вечернем уходе. И утром при умывании уже заметила, что кожа совсем другая на ощупь. Очень гладкая и эластичная. И еще на фоне использования этого крема у меня прошли высыпания. Лицо просто очистилось. В паре с кремом есть еще такая сыворотка. Тоже странная и тоже крутая. Бабар – ампульный уход. Вообще любые ампулы – это быстрый и мощный эффект, потому что, ну, такова их сущность. Активы в них всегда в максимальной концентрации и в низкомолекулярной форме, за счет чего они быстро проникают в кожу и дают заметный результат уже через несколько минут. И еще ампулы содержат намного меньше консервантов, чем та же сыворотка, ведь все компоненты находятся без воздуха и в стерильных условиях. Кстати, по этой же причине одну ампулу нельзя разделять на два приема. Бабар в целом славится своим ампульным уходом, и мне особенно нравится этот сет с водорослями. Почему? Потому что он тоже поддерживает микробиом. А еще мощно увлажняет и улучшает цвет лица. Лифтинг-сыворотка с пептидами и ботулином от Meditime. Корейское средство. Очень мне понравилось за эффект наполненности кожи, который оно дает, и за выравнивание тона. Это в моменте. А если набраться терпения и использовать длительно, получите еще и антиэйдж-эффект. Теперь по поводу страшного для многих слова ботулин. Конечно, лицо у вас не заморозится и не превратится в маску. Ботулоподобный эффект тут очень деликатный, накопительный и абсолютно естественный. Интенсивный АХА-пилинг от Института Стедерм. Опять же, пусть вас не пугают страшные слова. Это всего лишь сыворотка с кислотами для домашнего применения. Кожа от нее не отваливается, лицо не горит и даже использовать можно два раза в день, утром и вечером. Тут подобраны классные кислоты, и вместе они круто выравнивают, придают сияние, осветляют пигментацию. Очень советую, вы сразу увидите эффект. Ночной восстанавливающий крем от Cosmetics. Очень его люблю.
В нем антиоксиданты, инновационный антивозрастной компонент тепринон и растительный комплекс, который восстанавливает и борется с воспалениями, пока вы спите. Это тот случай, когда вечером намазались, утром проснулись и восхитились. Очень хорошо улучшает цвет кожи и мощно увлажняет. Омолаживающая сыворотка с пептидным комплексом от Эджиа тонизирует, разглаживает, улучшает цвет лица. Кстати, в прошлом году эта сыворотка стала победителем нашей бьюти-премии. Работает реально быстро и на совесть. Очень советую. Крем с валюфилином от Теальба. Во-первых, это красиво. Не могу не показать. Во-вторых, крем действительно потрясающий, особенно для сухой кожи. Он мгновенно ее напитывает, увлажняет и дарит невероятный комфорт. Это знаете, как зимой кутаться в плед перед камином. Он густой, плотный, при длительном применении сделает кожу эластичной и уменьшит морщины. И тут надо пару слов сказать про сам валюфилин. Это редкий, но очень крутой актив. Это компонент натурального происхождения, который способствует локальному увеличению жировой ткани, но очень небольшому. Казалось бы, зачем нам лишний жир? Но давайте вспомним, что с возрастом объем подкожной жировой клетчатки у нас сокращается, и лицо от этого становится как бы осунувшимся. Не бойтесь, вас от этого не раздует. Для этого у валюфилина просто нет таких мощностей. Но кожа станет чуть более наполненной. У меня все. Осталось поблагодарить нашу любимую студию Vidiality в Екатеринбурге за это приятное и комфортное пространство. В Vidiality есть все для проведения самых сложных съемок, прямых эфиров и подкастов. Контакты в описании.